хочется, чтобы была очень уютная, романтичная свадьба. Не забываем. Да, само собой. Мне кажется, он должен быть яркий, креативный, светлый, романтичный. Веселый, самый лучший. Чтобы там были все только близкие и настоящие друзья. Вот такие примерные требования к будущей свадьбе, учесть которые, оказывается, не так просто. Часть работы нужно будет доверить другим людям, и нужно быть уверенным в том, что они выполнят свою работу на 100%. Поэтому самое сложное – это найти мы тех людей, которые смогут сделать мероприятие настолько классно, насколько мы сами это видим. Главная цель организаторов выставки – отойти от стандартов церемонии и помочь молодоженам сделать будущую свадьбу индивидуальной. Баяны, караваи, голуби – мы все это вот как раз с каждым годом мы стараемся исправить и рассказать, что есть и другие направления в свадьбах. Но в то же время сохраняя русские культуры. Это важно. На выставке Just Married представлены все услуги, способные удовлетворить потребности самой капризной невесты. Наглядные варианты оформления зала, аксессуары, свадебные платья и даже мастер-классы и консультации лучших визажистов города. Это три макияжа в одном. То есть он должен быть и дневным, он должен быть вечерним, он должен быть макияжем для фото. Лицо должно быть безупречным. Поэтому свадебный макияж, он сложнее. Он делается на акварельной технике. Гостям предлагают в прямом смысле поучиться в специальной школе невест и прослушать цикл лекций, где профессиональные организаторы рассказывают о том, как правильно спланировать торжество. Сейчас очень много различных идей в интернете, очень много красочных журналов, но это не очень совпадает с реалиями нашего города, с бюджетом, который есть у невест, а всем хочется сделать красивую атмосферную свадьбу. Своеобразным финальным штрихом свадебных приготовлений стала подборка лучших фотографов и видеографов, чтобы будущие новобрачные смогли не только воплотить в жизнь свою мечту, но и навсегда сохранить первые семейные впечатления. Вероника Арапова, Алексей Бредихин, ТВ-центр, Саратов.